Приветствую всех себя на канале. Сегодня у нас 3 марта 2020 год. Находимся мы на юге Беларуси. Вот моя небольшая пасека. Уже у нас 2 часа дня сейчас. И на пасеке идет работа весенняя у пчел. Я чисто пришел поснимать. Днем был облет. Часов 11, так, 12. Было ясное небо. И плюс 9. Сейчас немного затушило так. Ну, солнце сквозь светит. И это, и 13 почти тепла. И вот уже пошла первая обножка у нас. Пчелы занимаются чисткой улья, повыносили мертвых пчелок. Это у нас бакфаст со свищевого маточника, выведенная матка. В том году, когда отроились с основной маткой бакфаст, с маточником вышли две матки и сели в один рой. Больше не оказалось маточника, они стали без этой, без матки, и вывели себе матку. И в этой семье не было матки. И вот с этих, что вывели бакфаст матку, я сюда подсадил, тоже приняли. Думал, что пропадут. У меня есть там на канале видео по их. Так, я отрупневшую семью спасал. Моим способом не удалось ее спасти, но уже когда про их думал забыться, там вышла матка, вовремя успел взять, уже почти такая полумертвая. Я сюда ее бросил, и они ее приняли. Что ни странно было, это уже осенью поздно, наверное, в конце августа. И они еще успели силы нарастить, этой пчелы. И пошли на зиму. Всего лишь вот на 5 рамочках. Вот метки я ставлю такие возле литка, чтобы напротив клуба литок разместить. И 5 рамок здесь вот видно, 5 штук. Так вот. И вот эти пчелы, что приняли бакфастоматку, перезимовали. О, уже бросается. Мне нравится им, что я тут лажу возле литка. Пчелы, то матка облетела с местным трутнем. Они такие желтыми полосками. Ну, видно, они очень дружелюбные. Уже пошла обножка у нас. Лещина, ольха. С лещины такие белые. Ну, это орех лесный. Лещина. И с ольхи обножки такие мелкие и более темные. Вот видно, с крупной обножкой бросается на камеру пчела. О, даже с оранжевой обножкой пошла. Наверное, где-то на клумбах. Может, и какие нарциссы уже. Или это, как его называют, мать-мачеха. Не знаю, что они уже эту обножку несут, но с трех видов. Обножка желтая, обножка более коричневая такая и оранжевая. Вот видно с коричневой, с мелкой. Мелкая коричневая обножка вот на этой пчеле. Вот. На следующей вот его пошла и с желтой. И вот и с желтой пошла. С желтой обножкой. И также с оранжевой. Коричневая это будет с ольхи. Она такая мелкая, не сильно заметная. А вот с ореха лесного, с лещины, уже крупная. Ну, оранжевая, не знаю, что, она тоже крупная была. Пойду, не буду этих пчел злить, а то летая бросается. И во всех семьях. Прошел облет уже, видно, вот с обножкой везде идут.
одна семья у меня пропала полностью здесь. Осталось там, наверное, 3 пчелы. Видно, вот тут рамки открытые. Здесь я накрыл, там, наверное, 10 пчел или 20. И матка сидела. Ну, куда девать, я не знаю. Эту. Так сидит, короче. Пропадут. Они растили расплод. Я думал, что весна теплая, так ничего. И, короче, они пошли даже к задней стенке за медом. Так и пропали. Здесь тоже ослабла эта семья. Ну, еще терпимо. И там крайняя на самом этом осталась. Короче, здесь сильные семьи. Они... Я себя не подкормил, пропали. Подкармливал я, наверное, дня 3-4 назад так. Видно, вот подмор выносят пчелины. Здесь подмора много. Здесь на 14 рамках зимовать пошли пчелы. От этих я делал отводок в том ходу сюда вот. Буквально на рамке пчел полторы. Старую матку бросил, то пошли они на зиму. На 10 рамках пошли на зиму. Семья хорошая. Я всем поставил по пол-литра сироп один к одному, и некоторым рамки наверх положил с пропавшей семьи. Вот эта семья от тех, что бахвост там крайние, что выпустила две матки урой молодых. И в итоге там маток не осталось, а пошли сюда. Я когда выбрасывал урой, одна матка ползала, ее пчелы пытались что-то держать. Я освободил, запустил вручную в литок. А потом гляжу, с-под верхнего литка пошла еще одна. Не успел схватить. И, короче, с двумя матками так посадил я. А там осталось без матки. Ну, там в итоге вывели. И вывели они маток, наверное, штук там 3-4 было. Одну я бросил, этот вот синий улей, что тоже без матки, отрутневшие уже были. Просто бросил туда, и она уже маточки была с язычком высунутым таким, полумертвая. Так как уже вышла основная матка, то ей не дали, видно, корма, хотели уже, чтоб умертвить так, таким образом. И я успел, короче, выхватить и кинуть всю отрутневшую семью. И что ни странно, они приняли эту матку. И это получается бахвост роевая матка здесь. Первая. Второе, это третье поколение. Роевая. А там две свищевые бахвоста. Ну там вот мы сидели, бросались пчелы. А тут такие, ну, больше вот желтенькие. Желтенько пошла. Больше желтые и спокойнейшие. Обножку несут они капитально сегодня, хоть прохладно, 13 градусов. Все ульи у меня на север литками стоят, то такого сильного облета не было, но в час хорошо летали. Где-то час, полтора-два конкретно облетелись так. Не резко много пчел, а затяжным таким облетом постепенно. Облетелись они и работают. Ну, до облета они работать начали сейчас утра.
прикрыли, а вот здесь был леток нижний. То, что слабые пчелы тоже плохо перезимовали. Оставил сверху дырку, а нижний полностью закрытый был, то сидело с десяток пчел. Так, с десяток штук пять. Вот они. Посадили на крышу. Отогреются, до улей залетят. Ну, здесь почти тоже такая семья пропала почти. На зиму на 6 пошла. В рамках. Видно, расплод растили. И у нас 14:14 по времени. Солнце затянуло смогом таким. Хотя с утра ясно было, видно полосами неба такими вот идет. Облака непонятные. И они меньше стали летать, но все равно летают. Можно сказать, перезимовало, если эту считать. Ну, считать я не буду. Там мало пчел совсем, наверное, полрамки не будет. Перезимовала у нас одна семья, две семьи, три. Потом четыре, фиолетовый пять, зеленый шесть. И там крайне зеленый семь. Потом два бакласта, восемь, девять. И это вот десятая семья. Вот это вот одиннадцатая. Ну, там мало пчел, не знаю, что с их выйдет. По осени пропало вот это вот, или слетели, или воровки их съели, не знаю. И получается, в этом белом пропало. Ну там будет сидеть сейчас пчел 10 с маткой. Не знаю, что с той маткой делать. Матка молодая, плотная, серая такая. Жалко, конечно, но просто мне некуда ее девать. Хотя, наверное, если живая, не сегодня, так завтра я посажу клеточку, да подложу какую-нибудь семью на рамки наверх. Хай будет в запасе. Мало ли что. Вот видно, обножки все пчелы носят. О. Гудут сидят снизу. Во, обножка, обножкой. Идет обножка, короче. Уже пчелы пошли работать. И здесь вот на 14 рамках что-то подмора много. Надо рыбу троху. Легче им будет. О. Я весной улья никогда от подмора не чищу, пчелы сами справляются. То, что 10 градусов, 8, нечего в гнездо лезть с очисткой. А покуда пойдет стабильное тепло, они сами уже вычистят все. Короче, перезимовали мы нормально с такой зимой. Была зима. Все время плюсы. Пару раз только минус 7, наверное. Продержало там дней 4-5. И все. Минус 7. Остальное было плюс, плюс, плюс. Даже в январе плюс 10 было почти. Так что работа началась на пасеке. Ай, работают, плодятся. Там им уже будем ставить надставки под мед. В этом году рапса насадили, наверное, 120 гектар разом. То опять будем с этим рапсом мучиться, короче. Набивали гнездо, потом осенью собирать плохо. И зимует плохо из-за этого рапса. Приходится сиропом заменять. Пустые рамки ставить. То, что с лета набивает рапс в гнездо, и получается один рапс в гнезде полностью остается на зиму. Так что я стараюсь забирать весь этот медосахарившийся с рапсом. И ставить пустые рамки под сироп. Ну это вот свищевый маточник бакфаста здесь. Такие пчелки желтоватые. Ну и спокойные по виду. И от их же вот свищевый здесь у нас матка. Тоже приняли нормально. Хотя там и трутовка была. Я их вытрушивал в стороне.
Они слетали обратно, но толка все равно какая-то появилась после. И однодневный расплод ставили, ничего не вывели, так они. А матку приняли полумертвую. Ладно, будем заканчивать. Всех с началом весны. Поздравляю с работой на пасеке. Всем удачи. До свидания.